Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что, мы продолжаем проходить Assassin's Creed истоки, и нам нужно уничтожить оставшиеся две телеги. Давайте-ка сменим, наверное, на бомбы наши инструменты. Вызовем нашего супер-пупер-лошадь. Ух ты! Мы так не договаривались, где моя лошадь-то? Кве! Ой! Блять! Дурная птица! На, сгори! Мертвый. Тихо. Да ну нахер. Да, ага, сейчас. Проснитесь! Тревога! Фух. Кобздец ему. Но это было не совсем, конечно, легко. Но не очень сложно. Так, почти все. Да, почти все. Только 7000 метров осталось. Давайте по карте. А где это? Ё-моё. Начинается. И у нас, как всегда, ни хрена нету перемещения. Есть. Давайте перемещаться. Так, мы переместились и Вот вы, козлы, пугаете меня. Эй, что? Так, чего вы напряглись-то? 1300 метров. Поскакали, а что делать? Только остается скакать, скакать и скакать. Что-то лук вообще какой-то паршивый. Но нам и улучшить не на что на самом деле тот лук. Хотя он 36 уровня. Да, беда целая, прям беда, я хочу сказать. Нет, но тот аванпост был вообще жуткий какой-то. Враги 40 уровня, хотя требуется для прохождения 35. Чё такое? Идите в жопу. Понятно, здесь надо было скакать в другую сторону. Ну, ладно. А, вон они. Так, здесь где-то были дюны по дюнам. Давай, Кве. Давайте запустим сену и посмотрим, где это. Что-то мы зря лезем, короче, в горы. Нам вообще вот туда вот нужно. Что-то я подумал почему-то, что это здесь. А это не здесь. Ну, надеюсь, этот, эта повозка будет менее сложная, чем все остальные. Честно говоря, я... В шоке, почему 35 уровень? О, горные козлы. Че, давайте завалим. Мягкая кожа все-таки. Ладно. Не будем уничтожать животных так сильно.
Так, 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 так. 180 метров. Да, пора запускать сено. Да что же это такое-то? Опять. Тридцать второй уровень. Ну, слушайте, ну это уже куда ни шло. 30-й уровень. Ну, с этими-то мы... 33-й уровень. Где тут? Сокровище, да? Угу. Еще сок... А, это вход. Ну, что я хочу сказать? Не все так плохо. Здесь-то будет попроще. У них хотя бы нет 40-х уровней, 37-х уровней нет. Да, у них нехилые уровни, но не такие. Надо действовать аккуратно. Блять, да-да-да-да-да-да-да, аккуратно. Вон они, блять. Лезь обратно, байк. Меняем на усыпляющие дротики. Все понятно уже. Усыпляющие, да? Да. Ну все. Да не-не-не-не, кардинально очень байк. Блин, 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 блин. Так. Огонь с подкреплением. Что-то не хочется попасть. Называется ветер и песок. Ветер, песок. Нормально все. Нам нужно попасть вон туда, байк. Так, они тут дремлят. Предлагаю воспользоваться тем, что они здесь расслабленные. Че, усыпим его? Попадем? Спокойной ночи. Ништяк. Отлично. Я сделал, что мог. Навещу Отиса в Александрии. Возможно, он узнал, что происходит. Ну, подожди, Отис-то подождет. Предлагаю все-таки расправиться со всеми негодяями. Собрать сокровища и получить опыт. Эй! Тебе конец! Бешеная птица! Ладно. Я подкрепления не боюсь. Когда они затихли, не к добру я даже не знаю, что хуже, вид или запах. Тревога! Сюда! Ага.
Так, ну с этими справились. Что тут у нас? А, вон. Надо освободить вот этих вот друзей. Они нам помогут. Ну а мы пока потихонечку. Спасибо большое. Идите сражайтесь. Какое большое спасибо. Вы что думали, я просто так вас освободил? Нафиг вы мне нужны? Мне стыдно убивать такую слабую жертву. Давайте, все, биться с ними будем. Тебе не уйти. Что? Спокойной ночи. Ага, разбежался. Все, спокойной ночи. Ты что тут делаешь? Ворую, обворовываю вас. Что я тут делаю? Что я могу делать? Обворовывать всех. Что, осталось одно сокровище? А где же оно? А, вот оно. Блин, мы его просто не забрали там. Ё-моё, а. Пойдемте заберем, исправим эту оплошность. Да прыгай, 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 не бойся. Да не бойся, что ты прям вот это самое-то. Испугался. Вот и все, сейчас заберем сокровища и пойдем по делам. Тихо. Тут могут быть всякие твари. Так. Ну вот. 1500 опыта заработали. За этот аванпост. Так, ну 7000 метров мы бежать не будем, естественно. Да, отлично, перемещаемся. Так. Ну все супер. 300 метров-то мы уж добежим как-нибудь. Так, не сильно разобьемся-то. О, даже вообще не разбились. Да, принесем благую весть человеку. Что такое? Ты что, уже здесь залезть не можешь? Совсем обессилел. Давай. Давай, ассасин. Опа. А здесь что, веревка или что? А, здесь, по-моему, только для... Да фиг с ним. Не будем искать других путей. Это дольше и не нужно абсолютно нам. Так, возьмите, блядь. Да-да-да, я самый страшный. Бойтесь меня, бойтесь меня. Так, я несу благую весть, встречайте меня. Что здесь делают солдаты? Да сейчас, блядь. Что случилось? О, хреногрыз. Ну иди сюда. Что-то здесь случилось. Охрана. О, тихо. Чей-то труп. Боюсь, это Отис. Облачен в одежды песца. И правда, Отис. Как жаль, да, действительно жаль. И чё? Его пытали. Хотели что-то выведать.
Да здесь не только Отиса пытали. Смотри-ка. Бедная. Похоже, служанка. Да, попала тоже под раздачу. Сведения о царских расходах. Не годится. Не то, да? Ну-ка, здесь. Письма и бумаги из дворца. Ничего стоящего. Понятно. Так, вон еще что-то. Кровь Отиса. Он пытался сбежать. Но не смог. Блять. Тебе надо было бежать. Че? Кто? Кто там? Они не хотели оставлять свидетелей. Вообще всех убили. Охренели. Изверги. Когда напали, он спал. Так, а тут что-то есть. Он спрятал записи. Должно быть ценное. Вот и записки Отиса. Надеюсь, тебе не придется прочесть это, потому что в этом случае я, скорее всего, уже мертв. Я зашел слишком далеко и раскрыл себя, но я узнал, в чем дело. И все сложнее, чем казалось. Руфио, амбициозный римский военачальник, хочет создать целую сеть предателей по всей стране, как греков, так и египтян. Его цель предстоит предстать спасителем Египта, а не завоевателем, и покорить его изнутри. К счастью, если ты успел уничтожить его союзников, самых важных связей в Египте он уже лишен. Но не думаю, что он отступится. Кто знает, на что еще он решится. Прошу, скажи Айе, что я вернул ей долг. Надеюсь, нам еще удастся встретиться с тобой, Отис. Ты смог добыть важные сведения, Отис. Да, Отис погиб. Раз уж тебя не вернуть, обещаю, я не пожалею сил и покараю генерала Руфио. Он умрет. 3000 единиц за выполнение мы получили. Ух ты! Какую мы хрень, булава медная получили. Комбо-множитель, адреналин, исцеление при попадании. Но тоже неплохо. Итак, взглянем на карту. Давайте-ка мы все-таки отправимся на последний суд. Итак, мы переместились, и нам 1800 метров нужно пробежать. Проскакать, даже не знаю, как еще назвать. Хорошо, что зацепились, да? Сейчас бы башку бы сломали бы нахрен бы и все бы. Сумасшедший этот байк, конечно. Да, последний суд находится в неизведанной локации для нас, на самом деле. Мы туда не попали. Ни разу. По проходимости игры. Так что нам придется туда скакать и все 1600 метров. Немного, но и... Вернее, немало, но и немного. Блять, начинается. Ты не пройдешь, тварь. Идите нахер. Я все сделаю. Идите нахер. Не хочу связываться с вами. Предлагаю просто ретироваться, да и все. Логово леопарда. Давайте проскачем все это, потому что я даже не знаю, какого это нафиг уровня. Просто скачем вперед. Так, ну от бандитов оторвались. В какой-то жопе вообще. Стоят бандиты. Чё они там делали, никто не знает. Вот что можно делать посреди пустыни, где-то в горах вообще. Идиоты какие-то. Гопники, одно слово. Теперь мне на всё наплевать. Да, нам... Ему всё... не уйти. Никому не уйти. Я не отступлю, пока не покончу с Флавием. Давай покончим уже с ним.
Надеюсь, мы будем не одни. О, великий и свирепый флаг! Зеленые горы. Понятно. Это новый регион Зеленые горы. Действительно оазис. Смотрите-ка. Ебануться. У них, наверное, здесь и финики растут. Прекрасные поля и луга. Их топчут римские солдаты. Топчут. Так, вот мы цель-то нашли. Только непонятно вообще, что там. Хрень какая-то. Что с целью? Этот дом упоминала Айя. Кто-нибудь наверняка видел льва. Ну да, возможно, кто-то и видел. Че это вы с ним делать собрались? Убивать, что ли? Стой, Мирирука, прошу! Ты что, сумасшедший? Обалдеть! Я дала клятву, прости! Аккуратней! Стой! Я тебе не враг! А чё это за жесть? Что здесь происходит, расскажи. Извини, просто он ведь был таким чутким. Дал выходить пса, что попал в его селок. Что же с ним стало? Я видел такое. В Сиве. И теперь еще пожирателя душ. Флавия. Проконсула? Этот кусок козьего дерьма убил моего сына. Точно, кусок говна. Дом, а теперь пришел к вам, прикрываясь именем Ра. Идем. Обыщем тут все. Вдруг кто выжил. Я Баек из Сивы. Проксила. Из страны обезумевших. Какой-то... Чем вызван гнев Флавия? Они же простые... Я не знаю, он психопат просто. Так. Сэдни! Были помехой. Все были помехой, короче, все понятно. Так, что, убьем его? Предлагаю разобраться со всеми. Да ты че? Вот и все. Так, ну у нас наверху там кто-то, да? О, а что это такое? Хоть кто-то должен был выжить. Дети, женщины. Трупешник. Может, прячутся. Да 100% прячутся. Только кто прячется? Давайте посмотрим. О, выжила. Нэнет, ты цела? Что случилось? Те люди и неженка с головой льва забрали всех работяг, а еще Каде, моего сына. Нелюди! Потом пришел он. Весь черный, как будто ворон. Это точно этот козел этот. Помню золото, блеск сквозь когти. Он кричал, и все пали перед ним. По своей воле, либо по воле близких. Дуат на земле. Все вокруг рыдали, кричали, бежали, гибли. Жесть. Но как ты... Не видели, Нэнет, бедную старуху с пустым взглядом. Но я глядела. Не кричала, прикусила язык и терпела. Мы отыщем каждого. Обязательно. Поспеши, дитя. Ворон летит к дому охотницы. Я подслушала разговоры. Вернешь мне Кады? Попытаюсь. Ведь Флавий и меня лишил сына. Отведем Нэнет к повозке. Ты пойдешь за Флавием?
Мой долг. Из-за сына? За всех детей. Тоскуешь по своему дитя? Вспоминаю днем и ночью. Вы снова встретитесь с ним на полях Иалу? Надеюсь. Нэнет сказала про дом охотницы? Да, Кирена. Сияющий символ бесконечных побед Рима. Ну давай, иди, говори. Иди на север. Да, куда идти-то? Если Флавий там, я найду его и разорву его кан на кусочки. Окажешься в Кирене, найди моего друга Диокла. Ему ты можешь доверять. Во всем. Он служит магистратом и часто бывает на Агоре. Он поймет. Надеюсь, эти земли излечатся от безумия. Пусть удача сопутствует тебе, Баек. Зачем они забрали Каде? Цитадель стала мрачным символом всей Киренаики. Ходят слухи, что Флавий и полководец Агриппа готовятся развязать войну. С Египтом? Не веришь, что дерзнут? Нет. Я должен их остановить. Отвезу Ненет в лечебницу в Балагре, к югу от храма Асклепия. Хотя и там нам не будет покоя. Постараюсь навестить. Да давай уже заканчивай базарить, уже, блин, надоело. Найдите Флавия. 2000 метров. Давайте по карте посмотрим. Может быть, все-таки удастся переместиться. Хрен нам удастся переместиться. Погнали. Ай-я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 й. Что-то чувствую, мы, блин, пока сейчас доскачем до него, и нифига мы его не убьем, потому что опять какая-нибудь хрень появится. Мы так надеялись его здесь грохнуть. Не зли надсмотрщика. Я не хочу, чтобы нас отправили строить. Да никого мы не злим, мы просто скачем. О, смотрите-ка. Что-то я заскакал не туда. Нормально. Кве забралась. Или забрался. Блин, а здесь есть дорога вообще? Не-не-не-не-не-не-не. Да по дороге не поскачем. Ну и нахрен. Скорее всего, это очень-очень долго по дороге. Мы по прямой. Так оно как-то надежнее, мне кажется. А, Кве не может... Тихо-т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 ихо. Квет, 1300 метров. Давай уже как-нибудь... Где? Сено. Понятно. В принципе, можно... Иди сюда. Ну и что ты там встал-то? Чудо. Поскакали. Вон дорога. По дороге можно, кажется, скакать. Давай, 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 Кве, ну что ж такое, что так мед... Блядь, не буду я с вами драться, ну вас в жопу. Ни с кем я драться не буду, не буду. Во как она разогналась, смотрите. Чё тут? Вот до куэльбуш! Не, 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 всё потом. Не будем мы пока никому помогать, у нас дел просто за главное. Аванпост Прасина, или Прасина, Прасина, наверное. Прасина. Что значит это слово, не знаю. Давай, давай, Кве. О, дебилы скачут. Слушайте, здесь в этой стороне локации какие-то гопнические полностью. Любой, кто украдет Сильфий, будет... Флавий сделал его своим глашатаем.
Да, далековато. Так и чё? По прямой или всё-таки через главные ворота? Давайте попробуем через главные ворота. А здесь, смотрите, здесь уже пустыней так сильно-то и не пахнет. Здесь прямо оазисы, оазисы одни. Это что такое? Кирена. Ну давайте, Сену. Это и есть славная Кирена. Посмотрим, как римляне несут свою культуру в чужие земли. Да, давайте посмотрим. Опять арена. Ода Флавию? Сколько еще будет издеваться? Время становится легче, если с любовью несешь его. Кого-то задели немножко. Так, ну что, где ты, друг-то? Надо кольцо ему отдать. Пришли из Балагре и вцепились в меня. Стали требовать налоги за год. А за отказ сожгли мой дом. Уверен, что это люди Леандра. Моя жена умоляла, чтобы я не перечил ему. Как в воду глядела. Леандр ответит. Даю слово. Даешь слово, Диокл? А кто вернет мне урожай? Кто вернет мое стадо? Ты бесполезен, как и все. Даю слово. И чем же наш безупречный магистрат не угодил тебе, египтянин? Меня прислала Проксила. Я Баек. Она в порядке? Тяжело жить, когда твои земли оскверняет Флавий. Я иду по его кровавому следу из самой силы. Так это правда? Да. И он готов развязать войну. Еще один тиран. Нет египтянам покоя. Война сменяется войной. Флавий превратит Египет в огромную могилу. Да давайте его просто замочим уже. Хватит базарить. Но там полно римлян. Молюсь, чтобы боги помогли тебе, Баек. А мне нужно унять его пса, магистрата Леандра. Найди меня, если вновь окажешься в Кирене. Спасибо, Диокл. Душа моего сына должна обрести покой. Найдите Флавия и убейте его. 320. Мы не нуждаемся ни в кредо, ни в доктринах. Ну все, и тогда получается, Флавию трындец настанет сейчас. Сейчас мы его должны найти. Уже в конце концов-то бегаем уже за ним, охренеть сколько. Блин, а он там заныкался, я смотрю, нехило в этом здании. Залез в Акрополь и думает спрячется от нас. Но мне кажется, что он не тут-то было. Тихо. Да. Гробница Батат? Нет, нам не гробница нужна, нам нужен Акрополь. Прям в Акрополь этого козла замочить. Да, охрана, 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 как всегда. 37 уровень. Слушайте, он прям вообще забрался-то. Филатит, прошу. Ты ведь защитник. Надо как-то обойти охрану, не ввязываясь во все это говно. Не хочу я. Тут сейчас столько можно потерять времени и... Сюда меня не пустят. Да нас никуда не пустят с таким рылом, Баек. Ну-ка еще раз. Здесь путь свободен. Да. Отлично. Полный боезапас, это хорошо. Погнали по стене. Ой. Сейчас загоримся, нет? Никто не палит.
Нас понятно, что никто никуда не пустит. Бора! Тихо, 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 тихо. Тихо. Да он сейчас это... А что у нас тут есть-то? Дротики отравленные, да? Слышь ты, Грек, херов, что ты там говоришь-то? Кстати, это хорошо, что он спрыгнул отсюда. Теперь мы можем... Не, давайте возьмем сонные дротики. А у нас и есть они. Ну ладно. Спокойной ночи. Отравим. Так, и чё, как войти туда? Через верх, что ли? Блин, а мы здесь не заберемся. Тихо, 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 тихо. Ой. Да? Ты уверен, что ты сказал сейчас? Как нам забраться в этот акрополь? Тут 100% еще один охранник. Вот он. Да, спокойной ночи. Послушайте-ка. По колоннам-то можно забираться? Да. Чё я сразу не залез? Начал хернёй заниматься, убивать их. Не понял. Не понял. Чё-то я не понял. Все, ну как нам попасть в Акрополь? А! Чё я туплю-то? Чё я туплю-то? Тут же окошечки есть. Да? Ну да. И чё? Ну давай. Бля. Ой, эти окошечки сраные. Кто ж думал-то? Ну вот. Готовься к смерти. Все, Флавик, готовься к смерти, я пришел за тобой. Думаешь, я не чувствую, как ты рыщешь в тени? Ё-моё, у него Баек яблоко, Эдема. Ой, я ой. Шел по твоим следам, жуткой дорогой смерти и безумия. Молись! Ты ответишь за смерть Хему, Флавий! Нет, египтянин. Сейчас ты падешь ниц пред своим богом! Ты лишил меня сына и друзей! Почему ты не убил меня тогда, в Александрии? Хватит фокусов! Это что за херня была? Тебе стоило купить Мортир. Мы нужны тебе. Ага. Выбрал
блядь, начинается. Убийца моего сына снова прячется в храме. Помню, твой друг Хипзефа тоже долго упрямился. Тихо. Как и твой сын. Твое время в этом мире истекло. Все твои предшественники сдались. И ты тоже сдался. Да хрен тебе, сдамся. Надей! Вола! Эт паркутиаму заю! Хватит! Сразимся! Блядь, кто меня схватил? Мои возможности. Моя сила. Да хер твоя невозможность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты, жалкий простолюдин. Да что ж такое? Верблюды и верблюдье дерьмо. О. Резкий гибель такой. Беги сюда. Блять, а где он? Все. Иди ты нахер. Вот и все. Ты убил ребенка, Флавий! Моего сына! Единственный поступок в жизни, о котором я не жалею. Ах ты сука! Ты не обретешь покой! После его смерти орден склонился передо мной. Цезарь тоже. И весь Рим. Мне подчинилась империя тысяч, и каждый из них превосходил своих предков. Ну же, убей меня! Да умрешь ты, все. Не трать время зря! Ты уже умер, ты даже не понял об этом. Я не могу, не могу! Я не могу! Байк, убей его! Я с тобой, папа. Я потеряю тебя. Не навсегда. Мы встретимся с тобой в полях Иалу. Лучше, если реликвия сгинет. Да, я должна знать, что наш сын обрел покой. Яблоко Эдема нужно куда-нибудь спрятать. Итак, друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, друзья. Все, всем пока-пока.